На аварийных домах появились вот такие таблички. В них указано, когда жильцы будут переселены, кто из чиновников за это отвечает и, собственно, все. Люди ждали более подробной картины. Оснастить аварийный фонд информационными стендами инициатива Минстроя. Например, на ивановских домах не указаны точные даты новоселья, а главное, нет нового адреса. В профильном департаменте нам пояснили, дома в процессе строительства и адреса у них нет. Мы хотели вообще другой вид, потому что мы это уже все знаем. Нам хотелось бы узнать хотя бы район. Ну ладно, нам пообещали, что весной нам дадут, переживем как-нибудь эту зиму. Согласно табличке, 12-й дом по улице 7-й Меланжевой должны расселить в следующем году. Удивительно, но в 21 веке жители областного центра до сих пор пользуются печным отоплением. А вернее, и им не пользуются, нету дров. Тут у нас дома сломали, и с газом отоплением все были. А мы с печным отоплением и до сих пор вот существуем. Тут маленькие детки у нас. Вот как они будут зиму, я не знаю. Постоянно они болеют. Постоянно больничном. Жильцам 9-го дома по улице 4-й Меланжевой повезло больше. Они уже в этом году переехали в новые квартиры. И, видимо, для отчетности администрация прикрутила табличку к расселенному дому. Если все пойдет по плану, в 2014-2015 годах в областном центре будет расселено 14 аварийных жилищ. В других муниципалитетах региона цифра скромнее. Картина по стране примерно одинакова. Субъекты задачи по расселению выполняют, но с запозданием. Идет с запозданием. Конечно, на сегодняшний день можно сказать, что где-то только четверть этой программы выполнена. Но тут встает другая проблема, которую обозначили активисты Народного фронта. Людей переселяют фактически в новое аварийное жилье, то есть дома, которые построены, к сожалению, так, что они через 5 лет станут опять этим аварийным жильем. И именно эту проблему мы сейчас поднимаем. О том, что строящееся для переселенцев малоэтажное жилье не всегда пригодно для жизни, стало известно от жителей Новоталицы Калинова. Они рассказали, что в новых домах холодно и буквально в первые же месяцы сильно просел пол. Прокуратура выяснила, что 3 дома, 1 в деревне Калинова и 2 в селе Новоталицы, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Та пожарная безопасность, которую обращали службы МЧС региона, соответственно, на сегодняшний день не подтвердилась во многих домах. И дома признаны пригодными для проживания. Однако с тем недобросовестным подрядчиком, фирмой «Варяг», департамент больше не работает. Хочется надеяться, что другие строители более профессионально подойдут к делу. Основной контроль за то, куда въедут люди, на муниципальной власти. На сегодняшний день заказчиком является муниципальное образование. Соответственно, непосредственно это контроль осуществляют муниципалитеты. Ну и также со стороны департамента строительства уже отслеживаем качество выполняемых всех работ. Согласно разработанной программе, переселению подлежат аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года. В этом реестре 283 многоквартирных дома. Это целых 2% жилого фонда Ивановской области. До 1 сентября 2017 года жильцы всех этих квартир справят новоселье, а их прежнее опасное жилье будет снесено или реконструировано. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.